Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал агитационную кампанию в поддержку изменений в Конституцию для укрепления президентской власти, на вопросы которых вынесен на общенациональный референдум, намеченный на 16 апреля. На митинге в городе Кахраман-Мараше на юге страны в присутствии тысяч своих сторонников Эрдоган заявил, что голосование против конституционной реформы будет означать игру на руку террористам и путчистам. Критики проекта о переходе Турции от парламентской к президентской системе правления опасаются, что таким образом слишком много полномочий сконцентрируется в руках Эрдогана, которого и без того обвиняют в авторитарных методах, особенно после попытки переворота в июле, ставшей поводом для масштабных репрессий. До голосования Эрдоган намерен объехать около 30 провинций страны.